Отпраздновать с особым размахом Наурыз предложили в Нур-Султане. На первом заседании дискуссионной площадки Азаматтық Алаң, которая создана в рамках программы «Рухани Жангыру», участники обсудили предстоящее празднование Дня весеннего равноденствия. В числе предложений увеличение количества дней празднования Наурыза на неделю. Для этого предлагается увеличить количество выходных дней и ввести каникулы на эти даты, говорили на заседании о запланированных на эти дни мероприятиях. Мы считаем, что празднование Наурыз Мейрамы должно начинаться раньше, хотя бы 14 марта и продолжаться до 22. В этом году мы планируем провести сразу несколько новых и уникальных мероприятий, в числе которых Наурыз Сыйлык и Наурыз Фэшн. Каждый день праздника мы намерены сделать уникальным и запоминающимся.